Барташек Понджиковский и Лука Люкзи Трумбич стали свободными агентами 2 апреля 2018 года, 17:34. Киберспорт, League of Legends. Игроки состава Vivek Tees Esports по League of Legends. Барташек Понджиковский и Лука Люкзи Трумбич стали свободными агентами. Информация об этом появилась в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте. Спасибо Люкзи и Пон за проведенное время в нашем составе. Как бы я ни хотел, чтобы этот состав и дальше играл вместе, ребята не очень сильно горят желанием играть друг с другом, и это ключевой фактор данного решения. Командная игра – это как и личная жизнь, ты либо работаешь над отношениями внутри, либо нет, прокомментировал эту новость тренер команды Алексей Маднипас-Халин. В регулярной стадии весеннего сезона континентальной лиги Vivek Tees Esports заняла последнее место. В турнире продвижения команда обыграла Команч со счетом 3-0 и сохранила место в высшей лиге СНГ. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий 0.